гонки на выживание собирают самых быстрейших и сильнейших пилотов Сибири для участия в этом экстремальном виде спорта. 13 июля наши корреспонденты побывали на третьем этапе гонок на выживание на Кубок главы района, приуроченный к 80-летию Иланского района. Подробности смотрите далее в сюжете. Гонки на выживание в Иланском районе проходят с 2012 года и собирают очень много зрителей на каждом этапе соревнований. Этот вид автоспорта стал популярен среди болельщиков Иланского района и наших соседей Канского. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие гости нашего района! Разрешите вас поприветствовать на третьем этапе Кубка главы Иланского района гонок на выживание. Очень приятно, что это соревнование уже становится традиционным, собирает большое количество наших жителей, любителей гонок, тех, кто поддерживает всех участников соревнования, не только иланцев, но и канцев, и Бородино. Разрешите пожелать всем успехов, спортивных достижений, ну а нам, зрителям, впечатлений отличных. Итак, гонки третьего этапа объявляются открытыми. Благодаря сочетанию жестких обгонов, выталкиваний соперника с трассы, намеренных переворотов автомобиля соперника и невероятно напряженной атмосфере соревнования. Между этапами спортсмены активно тренируются и восстанавливают поврежденные машины. В солнечный субботний день в соревнованиях приняли участие гонщики из города Иланского, Канска, Бородино, поселка Чичеу. Всего в заезде участвовал 12 машин. Гонка состояла из трех заездов по 8 кругов. Кроме того, все уцелевшие автомобили стартовали в специальном суперзаезде. Эта гонка показала, кто сильнейший, и стала главной интригой завершающего заезда. Удары, столкновения, вылеты из трассы и перевороты были в изобилии в этот день. Организаторы гарантировали, что будет жарко, и действительно, было очень жарко. Итоги гонок на выживание были следующие. Первое место. Александр Эккерт, город Иланский. И второе место. Алексей Абрамов, город Канск. Третье место. Владимир Лешин, город Канск. Четвертое место. Дмитрий Макаев, город Канск. Пятое место. Олег Шусов, поселок Чичеу. И шестое место ушло Бородино. В суперзаезде победу одержал Евгений Эккерт, с чем мы его и поздравляем.
now I'm all yours. Counting every single beat, I need you now. The buildings start colliding when you're not here. But when you're with me, I am different. Гонки на выживание – важное событие для Иландского района и гостей нашего города. Как и любое спортивное событие, оно нацелено на популяризацию здорового образа жизни, активного отдыха и правильного подхода к экстриму. Безопасность водителей и болельщиков – это главное условие соревнований.